Всем привет, меня зовут Любомир Борода. Сегодня я сниму небольшое, коротенькое видео. Видео по наличию фурнитуры у меня в ассортименте. Потому что вы часто спрашиваете, что сейчас есть из фурнитуры, ну и какие браслеты можно заказать. И как бы каждый раз фотографировать не очень круто получается, а вот показать вам такой вот видос, я думаю, будет сразу все понятно. И этот видос я как раз смогу показывать, когда вы ко мне обращаетесь. Так, давайте меньше слов, больше дела. Из моих, так сказать, уже классических застежек Любомир Борода в наличии, в достатке бусины с казаком, и либо его еще мы называем Святослав Храбрый, они есть. Варяги, самая наша первая бусина и одна из самых популярных, есть в достаточном количестве. Викинг, кто-то его прозвал казаком, но изначально это был викинг, тоже есть в достатке. Также бусины, букский гард, бусина-пряжка имеется в наличии. Из новинок, вы, наверное, помните, у меня был вот такой вот варяжский щит. Мы сделали еще щит с изображением индейца, вождя индейского племени. Теперь у нас есть щит спартанский и щит с изображением такого вот волка. То есть все щиты в нормальном остатке. Вот. И эти щиты используются в качестве пуговицы, застежки для браслетов. Переходим к молоточкам. Молота кресты, крест Олафа, волчий крест, они есть в наличии, в нормальном тоже складском остатке, соответственно, можете заказывать. Появился вот такой молот, это сталь, вот их у меня мало, и с ними я еще не делал браслетов вообще. То есть, если кому-то интересно, можете заказать, он будет стоить дешевле, чем браслеты с фурнитурой из бронзы. Вот такой вот молоточек маленький, есть один сейчас. С ними я сделал достаточное количество браслетов, вы их видели. Есть вот такие топорики, тоже стальной, и браслет, соответственно, подешевле бронзовых. Вот, и молот наш, он есть в наличии в нормальном складском остатке. Переходим к темлячным бусинам. Ну, всем известный индеец, голова индейца. Вот эти бусины можно заказывать вне зависимости. То есть их можно заказывать не обязательно в браслете или в темляке, а даже просто как бусину. Я могу продать. Вот. Потом Бирдман, бородатый череп, темлячная бусина. И из новинок череп Панишер, тоже темлячная бусина. Вот. Вот эти три бусины можно рассматривать как... я могу их продать отдельно, короче. Что это, что это, что это. Либо в темляке, либо в браслетах. И якорь. Якорь Любомир. Они тоже есть в наличии. Вот. Еще есть вот такие вот бусинки. Они с рунами. Детально могу уже по запросу фотографию каждой прислать в личку. Собственно, вот он весь сегодняшний ассортимент. Ссылки на ресурсы, как связаться со мной, я оставляю в описании к этому ролику. Пишите, заказывайте. Хорошего вам дня. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.